А чем понравился? Ну, во-первых, содержание, во-вторых, там такие интересные фразы с юмором. Да, извините. А чем понравился? Игрой актеров, истории. Спасибо. Понравился. А чем понравился? Ну, во-первых, какой-то, ну, так сказать, может быть, что-то вот философское, то есть необычное, понимаете, что каждый может это на себя, так сказать, все воспринять. Или можно как-то подумать о чем-то, что происходит вот, в нашей ситуации. То есть такой он жизненный, понимаете, не только, так сказать, в театральной среде, и вообще в жизни такой. Чем понравился? Жизнь. Хорошая. А чем понравился? Мастер понравился. Ну, вообще артисты хорошие, такой он проникновенный. Единственное, что мне показалось, много клоунады какой-то ненужный. Все уезжает? Да, так очень понравилось, приятное ощущение. Супер. А чем понравился? Эмоционально. Впечатления какие? Очень хороший спектакль, прекрасная игра актеров. Вообще вчера что-то пришла, как бы не разочарована нисколько. В этом спектакле вас что-то удивило? Даже не могу сразу сказать. Что-то, может быть, особенно понравилось в постановке? Оригинальная постановка. Потому что минимум декорации, в то же время как бы не ощущается какой-то бедности на сцене. Знаете, как бывает, когда вот такой минимализм. И музыка очень хорошая. Музыка как-то сразу настраивает. Спасибо. Неоднозначные. А почему, объясните? Ну, не знаю, это тоже философские какие-то вещи. Надо обдумать еще. Что-то показалось лишним? Не знаю, лишнего я ничего не заметила, но... Для меня, по крайней мере. Ну, для раздумья есть. База такая. А чем понравился? Ну, игра актеров, естественно. А вам? Видели живого Калягина. Впечатление очень приятное. Очень хорошее. Что мне очень понравился Захаров. Ну, Калягин, он родной, поэтому я ничего не говорю. И молодежь хорошо играла достаточно. Ну и, конечно, четыре. Уже надоело уже, когда очень весело, и надоело уже, да, уже приелось. И особенно новые, так сказать, тенденции, от которых уже просто хороший спектакль. И драматургия хорошая, и игра хорошая. Такой хороший, крепкий спектакль.